Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритьё, бритьё, бритьё. Сегодня благодаря подписчикам и тем ресурсам, которые сотрудничают с каналом, я вам смогу показать как минимум две вещи из раздела люкс, то есть лакшери. Что это такое, с чем это едят и вообще куда, почем, сколько вы на крупный план смотрите. Я начинаю подготовку, а вы догоняете. Весь этот шикардос вот таким игривым бантиком стал возможен благодаря Александру Сафонову, город Москва, который нам и прислал титановый таймлес вместе с подставкой, а также редкий для меня и на канале вообще впервые синтетика от Chevy Mag Германия, а также опасной бритвой РФ за то, что вот прислали новинку вот такую от Chevy. Ну и плюс ко всему еще будем использовать привычный нам камешек, и сегодня я хочу поставить лезвие КАИ. А теперь обо всем по порядку. Таймлес. Ну, боль моя, печаль моя, грусть моя, радость моя, мечта моя, это все мое. Ни год, и ни два, и ни три я сох по этой штуке. Так я хотел, чтобы он у меня был, ну просто умопомрачительно хотел. Ну, потом попробовал раз, потом попробовал два, шло время. Ну, наверное, переболел уже маленечко. А сейчас это, знаете, как вот, как дежавю, как старая любовь. Хлоп, и вот благодаря Александру я смогу вам показать вот эту замечательную черную коробку, которая даже вот так вот смотрится, смотрите, как приятно и хорошо. Американцы умеют делать красиво, ну и умеют, конечно, зарабатывать деньги. Снимаем. Развязывать не обязательно, это резиночка, можете просто вот так взять и снять. Под коробочкой обязательно будет вот вся необходимая макулатура, господи, бумага с предупреждениями, с пожеланиями вам хорошо побрить, с фотографиями. Это идет в каждой коробке. Что бы вы ни взяли, не суть важно, это все равно будет. Дальше в поролоновом вот таком плотном поролоновом ложе будет то, чего вы купили. Или это будет 068 или 095, или это будет из нержавейки, или из алюминия, или из титана, как в нашем случае, с подставкой или без, если вы ее брали. В нашем случае это титановая тайга, матированная, не полированная, вместе с подставкой. Хотя, а прежде чем смотреть, а давайте, знаете, что сделаем? А давайте ее выберем вместе с вами. Вот прямо сейчас мы зайдем на сайт Таймлеса и попробуем выбрать только не матированную, а, скажем так, ну вот нам вожжа под хвост попала, и мы решили шикануть. Давайте мы возьмем титановую бритву Таймлес с полировкой, плюс выберем не ровную крышку, а вот такую волнистую, как выбрал Александр, плюс возьмем не закрытую гарду, а возьмем, ну, то же самое, вот так вот, open comp, ну и, конечно, с подставочкой, и посмотрим, во что нам все это обойдется. Пока вы там со мной вместе гуляете по таймлесу, а я здесь начинаю распаковку, и догоняйте. Итак, главная страница магазина Таймлес. Она носит ознакомительный характер. Здесь в общих чертах рассказывают о себе, говорят то, что предлагают, и те правила, которые действуют у них в компании. Но нам не к ним. Давайте сразу же переходим в магазин. В магазине. Магазин, грузись. В магазине все то, что в данный момент предлагает компания. Это изделия из алюминия, бронзы, нержавейки, титана, подарочные наборы в рассыпуху, полные наборы, интересно. Но не обольщайтесь, это стартовая цена 555, там наверняка еще набежит. Так вот, нас интересует титан, поэтому титан и будем брать. На старте у нас $225. Это что вы за это получите? Это, грубо говоря, грубая плита, грубая крышка и грубая ручка. Все. Но мы с вами сейчас давайте выберем не гладкую, которая идет в базе, а скалопет, которая вот с такими прожилочками. Дальше мы добавим не обыкновенную solid bar, то есть закрытую плиту, которая идет в базе, опять же, за которую вы заплатили бы $225, если бы больше ничего не добирали, а скалопет плиту, ну то есть вот с такими вот пупырышечками продольными. Я не знаю, что это такое, я такую, честно сказать, ни разу не видел, но брать мы ее не будем. Open comp, который мы хотели с вами взять, он есть в доступе, и это нам обойдется в $20. Но если вы вдруг захотите взять, допустим, solid bar и SCL, вот это я не понял, что такое, вам придется подождать неделю и плюс доплатить $60. Если вы захотите взять комбинированную, с одной стороны гребенка, с другой стороны solid bar, точно так же $60 доплатите плюсом, пожалуйста, и подождать одну неделю. Dual comp SCL, вот я не знаю, что это такое, кто в курсе, ребята, просветите. И гребенка, вам также придется подождать неделю, ну и доплатить $60. Мы берем нашу гребенку, за которую мы, собственно, и пришли.
ГАПы. На данный момент компания доступна 0,68, которая позиционируется как милд. Это повседневка, это мягкая. Если вы хотите бриться каждый день с нормальной щетиной, вам это плита. Но у них есть еще и 0,95, которая компания позиционируется как мид-агрессив. Средней агрессивности плита. Вот именно она нас интересует. Следующая подставка. Брать или нет, решает каждый сам, но если возьмете, вам придется доплатить $40. Финиш. В базе идет матовая. Ну, то есть титан, взяли его, запескоструили, потом заголтовали, вот это вы и получили. Но мы хотим с вами полировку, поэтому выбираем ее и, конечно же, придется доплатить. Здесь же, по поводу подарка, ребята, губу не раскатывайте, потому что это для ветеранов, это для армейцев и прочих-прочих. К нам с вами это никакого отношения не имеет. Итак, вместе с подставкой бритва полированная титан 0,95 ГАП у нас получается $345. И даже если подставку мы уберем, то получится $305. Ну и здесь компания попутно еще дает дополнительную информацию о своей продукции. Все, мы с вами выбрали. Начинали с 225, закончилось 345. Мы, это без стоимости доставки, нажимаем галочки, положить в корзину, оплачиваем, нам еще добавляют стоимость доставки, бритва наша. Все, пошли обратно. Коробка хорошая, прочная, надежная. Я еще не слышал ни одного случая, чтобы кто-то приобретал таймлесс, а у него в коробке что-то вылетело. Тут нам, конечно же, есть чему поучиться, потому что, несмотря на то, что у нас материал покруче, чем у таймлесса, у нас там новое. Но, тем не менее, бывают случаи, что и вылетает. Я думаю, что здесь это частично решает за счет того, что здесь все заподлицо. Вот так вот, ровненько. Ну и согласитесь, вот бритва утонула, здесь крышка давит. Ну куда ей выпадать? Да некуда. То же самое касается и подставки. Интересный вариант. Надо будет подумать. Ну вот мы и добрались до самой бритовки. Давайте начнем, наверное, с чего попроще, с подставки. Подставки, ребята, от Timeless мне нравились всегда. Почему? Ну, это качественное изготовление, это необычная форма, это вот эти вот, знаете, такие вот, вот такие вот обволакивающие формы. Тут, знаете, даже, ну, несколько, ну, если особенно помечтать, то можно и девушку увидеть. Ну, то есть, мужики у нас кто? Треугольник вниз, да, ну там широкие плечи, там узкая жо-жо-жо-жо, ноги вниз туда. А у девчонок наоборот, у них узенькие плечи, здесь талия, это хлоп и бедра расходятся. Вот что-то здесь вот женское такое, на мой взгляд, здесь заложено. Ну и венцом всего этого творения, конечно же, для меня лично является вот эта вот грава. Она монументальная, прям монументальная с моей точки зрения, потому что она мне всегда нравилась и, ну, нравилась. Просто нравилась. Ну вот это вот, правда, серединка, не всегда ее понимал. Ну понятно, что это за аббревиатура компании. Тут даже стрелочки для особо не очень одаренных нарисованы, как это все читать. Хотя, может, это и не стрелочки, может, это изображает водоворот, коловорот чего-то там в природе, что все вот ниоткуда ничего не берется. Если отсюда убыло, то вот здесь вот прибыло. Ну вот что-то типа такое. Я фиг его знает. Мне это просто нравилось. Ну и здесь в данном случае это Timeless, ORTADDZ, ну вот аббревиатура, и Titanium. Внутреннее отверстие, не знаю, ребята, какое, но оно больше, чем 14 мм, потому что диаметр ручки у таймлеса как раз 14 мм и есть. И вот так вот, тырц, хоба, и смотрите, как интересно все получается, оба, и все, и входит, и выходит. Ну и стоит, конечно же, устойчиво, все, убираем. И да, кстати, возможные варианты, хочешь пескоструй, ну вот такой вот матированный, хочешь, тебе будет полированная. С матированным я все понимаю, все ясно, понятно, потому что полированный титан очень быстро теряет свой блеск. А вот как они консервируют полировку, вот это вот мне не совсем понятно. Потому что, судя по всему, они ничем не полируют, не консервируют. Он заплатил дополнительно $50, тебе заполировали, и на, пользуйся, мой дорогой товарищ. А титан-то не держит полировку. Вот как они выкручиваются, кто знает, ребята, напишите в комментариях. Потому что это вот очень-очень-очень важно для меня лично. Хочу понять. Все, убираем в сторону. И да, забыл упомянуть, вес подставки 83,2 грамма. Красиво, очень нравится. И, наконец-то, наша бритва. Это бритва Timeless, материал изготовления титан. Марку титана, к сожалению, производители не указывают. Это трехсоставная бритва Open Comb. Весом 73,1, ну, грубо говоря, 73 грамма. Так, постойте, 73 грамма? А что-то я взвешивал даже и это, и не подумал. Ну-ка, дайте-ка одну штуку проверим сейчас. Точно 73? Ну да, 73. Так, а ну-ка. Ребят, 63. 63. Ну вот, получается, что...
73. Ну, я, в принципе, догадываюсь, почему. Потому что здесь ручка-то, посмотрите, какая, да, мощняцкая такая прям. Ну, а здесь она по большей части пустотелая, потому что, ну, здесь очень много выборок, потому что механизм-то надо было спрятать, резьбы, то есть все, 5-10. И получается, что титановая тайга у нас... Ну, вот смотрите, вот, честно сказать, за полировку вообще не понимаю, ребят. Ну, вот скажите мне кто-нибудь, вот смотрите, вот если вот, например, ее не полировать, да, вот это машинная обработка, вот она. Ну и умные, очень знающие люди говорят, что Викторович, блин, титан долго полировку не держит, он быстро царапается. Ну, я им верю, верю. Но здесь-то вот смотрите, уже сколько времени прошло, что-то машинная обработка даже и не померкла. Но с другой стороны, машинная после фрезы — это не полировка, это несколько другое. А здесь, вот смотрите, вообще безобразие какое. Не, однозначно полировать все равно нужно. Полировать нужно, и нужно придумать, как защитить полировку. Так, все, не об этом обзор, убираем в сторону. Итак, вес 73 грамма. Дополнительные опции здесь — это в каемочку крышечка, вот такую вот морскую волну. Для чего? Якобы, чтобы меньше залипало. Ребят, я не знаю, у меня не залипает. Но также есть еще и стандартный вариант, вот без этих штучек. Это будет вам на 10 баксов дешевле. Плюс еще гребеночка. Ну и, конечно же, посмотрите, как она элегантно выполнена. И не обязательно с гребенкой, есть еще вариант без гребенки. Естественно, вам тоже это будет дешевле. Но самый, на мой взгляд, цимус во всех этих бритвах — это не только их внешняя эстетика, качество изготовления, просто внешний вид. Это что? Это просто не обсуждается, это априори уже есть. То, за что я ее любил, заразу, это вот за эти штуки. Видели, как они это сделали? Ну, это просто шо пипец как. Я поначалу долго не мог понять, а как же они это сделали? А потом умные люди мне объяснили. Викторович, не парь ты свою голову, потому что это все делается элементарно просто, если у тебя есть электроэрозионный станок. Да, несомненно, после того, как станок поработает, там есть что зачистить, потому что он в чистую не работает. И, конечно же, потом все проходит обработку. Но, судя по тому, как это выглядит, я думаю, что все-таки тут по большей части галтовка поучаствовала. Ну, как же это шикарно. Ой, ребята, как мне это нравится. Ну, просто люблю. Шикарно. Просто шикарно. Ну, это техногенная эстетика. Вот этим можно просто, вот, знаете, вот смотреть, любоваться и кайфовать потихонечку. Вот так мне это нравится. Хотя не всех это должно торкать, это я вам просто свои эмоции пытаюсь передать. Так, хватит эмоций, давайте уже, наверное, лезвие поставим. Так, лезвие, ты где? Хочу сегодня поставить КАИ. Почему? Потому что спасибо производителю, прямо у себя на сайте он указывает, что на 0,64, по-моему, да? Нет, прошу прощения, 0,68. На 0,68 плите вылет лезвия нулевой. Совершенно. Говорят, что вообще нет. А вот на 95-й плите обещают вроде как вылет лезвия 5 соток. Да навряд ли он, конечно, там будет 5 соток, потому что все эти цифры, они расчетные. Ну, кто же будет 5 соток мерить вылет лезвия, сами посудите. Но, тем не менее, мы с вами пойдем дальше, мы с вами поставим лезвие КАИ. А лезвие КАИ, если кто еще не знает, ребята, примите во внимание, что оно шире, чем обычное. И вот смотрите, вот видите, я поставил вот так вот, продольный люфт. Да, небольшой есть, а поперечный — фиг. Вот этого мы всегда добивались и будем добиваться, и этого мы всегда хотим, чтобы было у нас. Потому что если у вас не будет поперечного люфта, у вас всегда все будет хорошо, и лезвие будет всегда позиционироваться, ну, вот как родное тырц стало, и все. И все у вас всегда будет хорошо. Так, вот здесь сейчас сам не хочет закрываться, я вот не пойму почему, а давай мы тебя вот так, бумс. Забыл добавить, что при длине крышки 41 мм, ну, 41,4, грубо говоря, ушки-то маленько торчать будут. Но это ничего страшного, в конце концов. Ну, смотрите, вот у нас у Timeless, сколько там получается, 40,5, да, на миллиметр короче ушки торчат, не мешают. Здесь 41,5, ушки торчат, не мешают. На калибре 40 ровно, то есть на 4 десятки меньше, чем на калибре. Ой, на Роквеле.
ушки мешают. То есть получается, вот минимальный порог, когда уши людям не мешают, они их не замечают, вот с моей точки зрения, это 40,4, как на Роквеле. Вот тогда они их просто не видят. Как только чуть-чуть меньше сделают, как сороковник на калибре, также сразу начинается головная боль. А здесь вот 41,4. Я больше чем уверен, что большинство даже и не думали о том, что здесь торчит лезвие. А, оно торчит, ребята. Вот, смотрите. Так, кстати, ширина головы всего 25 мм, на 5 десятых меньше, чем обычно принято. Давайте посмотрим на это техногенное красивое создание. Ну, согласитесь, да? Это просто красиво. Это просто, вышак, в моем понимании. Да, несомненно, есть другие красивые бритвы, которыми точно так же можно восхищаться, но вот эта для меня особенная. Я ее практически люблю. Хоть и переболел уже. Ну все, давайте смотреть, что у нас там еще есть. А, нет. Интересно, я что-то хотел проверить одну штуку. Опа. Да? Вот. А теперь, если у меня кто-нибудь просит, Викторович, вот у вас подставочки вот такие выйдут, а войдет туда? Таймлесс, я скажу, а да? А что нет-то? Все войдет, конечно. Но здесь еще лога не хватает и полировки. Эй, ты! Кстати, если кто-то спросит, теперь могу сказать, что если она упадет, то она не разобьется. Ну а теперь помазок, это тоже от Александра, от Shave Mag. Ребята, синтетику от Shave Mag держу впервые. Натуралы, да, были, кроме моего уже бигблосика, были другие. А вот так вот, чтобы вот прям, нет, первый раз. Что это за красавец? Вначале общие характеристики, а потом вот в своих впечатлениях поделюсь. Вес помазка 59 грамм, длина узла 54, длина ручки 45, общая длина, естественно, 99, ну и диаметр 24. По большому счету, если уж мы с вами сегодня таймлесс собирали, а давайте, знаете, что сделаем, наверное, давайте просто сейчас, вот прям сейчас зайдем на сайт Shave Mag и попробуем собрать вот точно такой же помазок. Ну или там поиграемся, возможно, еще что-нибудь другое поставим и посмотрим, а сколько, собственно, нам это будет стоить. Все, пошли посмотрим, так быстренько, на скорях. У нас тут много компаний, которые делают хорошую продукцию. Shave Mag — это одна из них, и сейчас мы находимся на их сайте. На домашней странице сразу же, если вам, допустим, что-то интересно выбрать, вам лучше всего обратиться, конечно, в конфигуратор. Здесь же есть еще готовые кисточки, потом готовые бритвы, готовые безопасные бритвы. Но сюда сходить смысла нет, потому что, по большому счету, тут выбор-то небольшой. Все это здесь, грубо говоря, просто для номинально. Очень много полезной информации, если вам вдруг захочется почерпнуть, вы здесь найти сможете, потому что... Если вы, допустим, только-только осваиваете бритье опасной бритвой, здесь вам какие-то подсказки будут. Не все тут приемлемо для нас. Есть, конечно, спорные моменты, но есть и веселые. Если, например, вот обратить внимание вот на этот момент, то здесь с гордостью пишется, что они ремешки стараются выполнять из русской кожи, поэтому они несколько чуточку дороже. Прием старый, прием избитый. Когда мы были в Америке, покупали пуховое одеяло из канадского пуха, стоили дешевле всего, но самое дорогое, 2500 или 2700, по-моему, долларов, это было из сибирского пуха. Нам так и сказали, это дорогое, потому что здесь вот сибирский пух, а ты уже там хочешь, верь, хочешь, не верь, что хочешь, то и делай. Плюс, как заботиться о кисточке, как компания производит свои кисти, потом квалификация того волоса, который они используют. Ну и, конечно же, если вы захотите, допустим, какую-то ручку из особенного материала, здесь вам это точно так же предлагают. Философия компании, сервис, который они оказывают, контакты. Поэтому, если захотите, более подробно посмотрите сами, а мы с вами сразу же в конфигуратор. Как только в него зайдете, у вас есть три варианта. Повыбирать узел, повыбирать кисточку из барсука или из синтетики. Мы с вами пришли за синтетикой, поэтому сюда и пойдем. Все эти варианты, которые здесь есть, это компании апробированы. Они уже ей известны, поэтому они их предлагают. Вот хочешь, бери из этого. У нас вот это. Ручка, поэтому мы ее и выберем. Хотя здесь других форм, мама дорогая, что просто пипец. И все они красивые. Выбирай любую, какую хочешь. Взяли. Тот помазок, который у нас, не вижу я здесь пластиково-подобного по цвету. Поэтому давайте, наверное, что-нибудь такое хотя бы где-то рядом приближенное возьмем. Там, я не знаю, пускай будет. А мне вот слоновая кость нравится. Пускай будет слоновая кость. Хотя и этот хороший, и этот зашибись. Это какой-то яркий вырви глаз, а вот этот вообще умеренно такой прям солидный. И этот, короче, вот все, выбрали. Идем дальше, выбираем с вами узел. Или
мы берем лампочку или мы берем вентилятор. Тут уже кому что, кому как, то и выбирает. У нас лампочка, берем лампочку. Тут же у вас спрашивают, а чего вы, собственно, хотите, чтобы у вас там торчало из вашей ручки 24, 26 или 28 миллиметров? Нет, торчало это ниже. Здесь у нас диаметр узла спрашивают, то есть 24, 26 или 28 вы хотите. У нас 24, поэтому мы 24 отмечаем. Но если взяли 24, есть нюанс, на который я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Тут же вас просят, а сколько вы хотите, чтобы у вас торчало? Ну, в смысле, длина узла. При диаметре 24 мм компания рекомендует не превышать определенной длины, в данном случае это 54 мм. А вот если вы, допустим, замахнетесь на 28, тут у вас рамки расширяются, пускай у вас длина узла будет даже вплоть аж 58, пожалуйста, плиз. Но 50 и 52 уже в мертвой зоне, и компания их не рекомендует. Я думаю, вы сами понимаете, почему. Это чтобы не порушить ту структуру помазка, которую компания закладывает в свои изделия. Дальше, лого. Хотите, ставьте, хотите, не ставьте. Мы давайте поставим. Вот. А это подставка. Прошу прощения, на подставке лого, если хотите. Лого Option, вот оно. Мы ее точно так же берем. И по сути у нас получается 46 долларов. Ну, в смысле евро. Но если мы, допустим, замахнемся на 26 миллиметров, у нас получается уже 55,8 вместо 28, нам дают целых 65,5 евро. И форма ручки тут никак не играет. Вот берите любую ручку, во все, а не смотри, 61, оказывается, ее очень даже играет. Так, постойте, а может еще и материал еще играет? Ну, ребята, не буду я внедряться, тут сами, кому интересно будет, поковыряйтесь. И здесь внизу итоговая черта. То, что вы, собственно, выбрали. Вот оно все здесь и перечислено. То, что вы взяли. Так, мы взяли не то, что мы хотели. Пускай у нас будет 24, 52. Вот, вот так вот будет. И в нашем случае это будет стоить где-то в районе 42 евро. Плюс, конечно же, стоимость пересылки. Здесь это и указано, что вы можете ее посмотреть сразу. Price include what not your... Это прайс еще с местными налогами. И как только станет понятно, а это станет понятно после того, как вы зарегистрируетесь, как только станет понятно, что вы не местный, что как бы приезжие мы, и вам надо через границу слать, то налоги должны вычесть, и эта стоимость будет еще меньше. Вот, вот это я вам и хотел показать. Ну все, пошли уже наконец бриться и смотреть, что у нас там еще есть. Так, ну все, посмотрели, а теперь давайте о впечатлениях. Ребята, с упругостью здесь все в порядке, как в порядке и с мягкостью. По поводу вот если вот эта вот тыльная сторона, она не самая грубая, но не самая мягкая, конечно, то вот если сравнивать, допустим, с мюлевской синтетикой, синтетика мюлета помягче будет, однозначно, тут без вариантов. По упругости одинаковые. Ну а нет, мягкость это неправильное слово. В данном случае деликатность. Вот, наверное, нежность. Хоть это и два немца, но вот у Мюли все-таки нежности, мне кажется, вот от колонка. Вот что-то такое. Здесь все-таки слегонца побольше. Настолько слегонца, что я не знаю, может быть, некоторые даже и не заметят эту разницу. Но вот сейчас вот я просто пока вот свои впечатления выдаю. Ну, лично для меня это говорит о том, что все-таки качество вот такое вот хорошее. Ну и сегодня попробуем, конечно, этой штукой и поработать. А с чем поработать? А поработать, ребята, вот с тем самым многострадальным мылом, которое шлялось по Европам, потом обратно в Китай, потом обратно к нам в Сибирь. Ну, короче, вот его тут отколбасило по полной. Но, к чести сказать, внутрянка не пострадала. И беру я сегодня первую коробочку, у которой уже целкость порушена, и здесь нет вот этой вот девственной пленочки. И вот с этим сразу же и поработаем. Мыло твердое. Логотип Яки, вы тоже видите запах. Запах интересный и приятный. От барбаршапа здесь нет вообще ничего. Здесь есть запах от хорошей басром. Мыльно-пузырной темы. Вот что-то вот такое вот. Вот то есть вот вы заходите в ванную комнату, да, вот там вот мужки всякие, хохоряшки там женские, вот они постоянно там борются за среду существования, там отжимают пространство друг у друга. А между прочим, когда вот эта войнушка проходит, они еще и запахи всякие выделяют. И в конце концов все это перемешивается. Каждый раз, когда вы заходите в ванную комнату, там стоит особый такой аромат, такой интересный. Интересное амбре. Так вот, очень хорошая аромат, очень хорошая амбре. Ну а как это будет в работе, узнаем совсем скоро.
Так, ну, стандартная упаковка. Смотрите, тут кусочек фанеры. Нет, это не фанера, это картон. Кусочек картона такой плотненький, хороший, чтобы у вас там с бутылочкой ничего не случилось. Плюс вот такая вот бумажка, где компания Чело, родом с городу Герою Милану, приветствует вас и благодарит за то, что вы там ей поверили, взяли ее продукцию и обещает, что вы нифига не пожалеете. Да, это мы, собственно, с вами и так знаем, потому что Чело-то нас не подводило уже фиг знает сколько времени. Ну, здесь куча всякой информации, бла-бла-бла, 100 миллилитров, алкоголь пока не вижу, почему-то они его прячут, что ли. Ну, у европейцев с алкоголем всегда были проблемы, что-то они все время ныкают, стесняются показывать, что ли, а что стыдиться-то? Ну, есть и есть, скажи, сколько процентов, чтобы люди знали. А то мало ли, всякое же может быть. Ну и сама, конечно, бутылочка. Бутылочка, ребята, такая же шикарная. И также мне нравится, как и зеленая. Да и не мудрено, сестры все-таки или братья, кто они есть? Лосьон. Братья, Чело, сестры. Да, кто бы ни были, господи, в Европе там разве разберешься. Так вот, сегодня будем пробовать вот этой вот штукой. Да, ну и да, конечно, спасибо опасной бритве РФ за такой подгон. Давно я хотел эту штуку попробовать, вот сейчас вот и попробуем. Ну и каменюка старая остается. Все, пошли бриться, ребят. Да, ребята, первый компресс, и да, сидя. Почему сидя, почему первый компресс? С Дмитричем наобщался, вот так я вам скажу, потому что... С его слов, у меня нет причин ему не доверять, наоборот, за всю информацию, которую он дает, я ему премного благодарен. Это информация из прошлого. Это информация, которая уже сегодня или неизвестна, или не пользуется популярностью, потому что ее никто не знает. И когда вам человек дает такую информацию, впитывать ее, не впитывать, пользоваться и не пользоваться, тут каждый должен решить сам. Я решил. Я буду впитывать, я буду пользоваться. Так вот, почему два компресса? А это проистекает из прошлого. Потому что, когда с Дмитричем разговорились на эту тему, он говорит, Вадим, старайся бриться сидя. Потому что все раньше брили сидя. Потому что все мастера брили сидя. Потому что, когда ты сидишь, ты отдыхаешь, у тебя кровь отливает от лица, ты не тужишься, не пучишься, рожа у тебя не красная, луковицы отдыхают, и вообще ты просто кайфуешь. Ну, согласись, когда кайфуешь и бреешься, это же всякое равно лучше, да? Ну вот. Я понимаю, что в современных условиях нашему брату, ну, как бы обратили внимание, да? То есть жишка уже хорошо как бы пошла. Нашему брату, ну как ты в ванной сядешь? Да никак. А если умудришься, то ты зеркало не увидишь. Но в этих-то условиях я могу себе позволить. Поэтому, ребят, садиться и бриться сидя никого не заставляю. А вот у меня такая возможность есть. Ну вот, и почему два компресса? Да, Дмитрич, он говорит, сделал компресс. Он говорит, возьми там что-нибудь там себе раз, второй компресс. Потом пенку себе наводи, то всего. Короче, кайфуй пока, молодой. Ну, вы в курсе, что я вам рассказываю. Почему я компресс запустил сейчас именно? Потому что у нас синтетика. И если бы это был натурал, я бы вначале загрузил натуралы, а потом бы уже сделал бы компресс. Ну вот сейчас вот есть такая возможность, поэтому я вот так вот, тырц, немного, слегонца. Ну, мне нравится, пока да, посмотрим. Ну смотрите, во-первых, пеноотдача очень такая полезная. Во-вторых, помазок. Ну помазок, блин. Понимаете, шеймак не самые лучшие в мире, и они не исключительные, и кроме них другие помазки существуют, но в шеймаках есть какая-то своя аура. Да, у них были в свое время с натуралами там в качестве проблемки небольшие, они их решали, но по итогу-то все закончилось хорошо, а это синтетика, да, брат, синтетика, ну, поехали. К ручке подобного толка я привык давно, потому что у меня бигблосик с такой ручкой, только расцветка маленько другая. Поэтому все удобно, все хорошо. Помазок в работе
хорош. Киточка хорошо. Раскоряка хорошо. Раскоряка, знаете, как хорошо? Она бесхребетная, упругая. То есть вот, когда супруга себя пережимает настолько, что ты в раскоряку вводишь, и этот хребет в тебя тыком тыкает и говорит, отстань, ну не хочу я, дай вот, отставь меня в покое, отвали. И ты ломаешь его, ломаешь и выходишь. А есть упругость. Ты эту упругость чуть-чуть слегка придавил, и она этой упругостью тебя так бум, вот так вот схватила, и как в матрице держит, и ты работаешь. О, вот это я больше люблю. Мне вот с этими самотыками в помазках бороться, на, оно мне надо. Я бриться хочу, а не с его этими, вот этими разбираться. За что я, собственно, Эпсилон-то и не полюбил. Ну да, конечно, кому-то это понравится. Мне нет. Смотрите, какая густющая глина на лице. Не хочу сейчас ничего трогать. Сейчас я размассирую под каждую волосинку, под каждый капот, маслица накидаю. А потом уже водички-то добавлю и уже буду пену реанимировать. Ну вот, думаю, пора. А теперь на другую сторону. Так, а дайте-ка я, наверное, вот это ведерочко сюда-то переставлю. Ну все. Пока мне нравится. Так, ваша очередь, товарищ Маузер. Ну, во-первых, конечно, камешек возьмем. Без камешка никак. Я думаю, сейчас тут мы оторвемся. Так, ну и подставка отлепилась от поппинса, и вот такое вот случилось. Согреем станок. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут такое есть. Промывается хорошо. Знаете, у меня есть мечта. Возможно, она чутка сумасбродная. Возможно, она не обращает... Вот видите, пена, да? Не обращайте, просто банки промываю. В большом объеме он промывается лучше, а здесь, может быть, чуть-чуть не домылась, но она не мешает. Так вот, возможно, она слегка сумасбродная. Возможно, глуповастенькая. Но она все равно есть. Это знаете что? Оборудовать нормальную комнату, чтобы сторонние звуки не долетали. Ну там пенопласт, поролон, там яичные соты, ну что под руку попадет, на что кошелька хватит. Нормальный микрофон, Rode, студийный, сколько он там, 15 косарей, по-моему, стоит. И записать фонотеку. Фонотеку, лезвие, станок, лезвие. Вот как станок, бритва идет с таким лезвием, как идет с таким, как звучит такое лезвие в этом станке, как звучит такое лезвие в этом станке, как звучит опаска, шаветка, сингл эйдж. Вот как звучат бритвы. Возможно, это будет несколько сроднее СМР. Ну а что нет-то? Я не знаю, меня вот звук реза бритвы прикалывает. Меня вот как вот чмок вот этого помазка хорошего, знаете, дородного, который не сопля вот такая, шлеп-шлеп по забору, а такой, знаете, нажористый такой, ну просто вот обожратый от кайфа. И он тебе эту пену вот так вот на морду лица лепит. И он прям, знаете, так по-барски, с причмоком.
Ну, такие же звуки шикарные прям. Вот как бы их все записать? Естественно, это было бы не бритье. Это надо как-то делать отдельно, выкладывать отдельно. Ну и слушали бы те, кому это действительно по кайфу. Вот мне интересно такое сделать. Но пока это только все в планах. Все упирается. Здесь дорога рядом, звукоизоляции никакой, микрофона нет. Ну и щетину-то на всех не хватит тоже, понимаете? То есть тут надо думать. Надо думать, как вот это вот все скомбинировать. А вы что об этом думаете? А то я себе тут напридумывал, а может, это вам нафиг не надо. Не, ну конечно, можно подойти с другой позиции, типа там, ну надо, не надо, мне это интересно. Там сделаю, выложу, там, глядишь, любители-то и найдутся, но все-таки интересно же ваше мнение. Вот брит прошла хорошо, но вот за то, что у этого мыла хорошее полскольжение, я бы не стал пока говорить. Так, а дайте-ка я вот так вот. Ну, с водой, да. С водой тут всего навалом. Ну вот, первый проход. Так, ладно. Так, давайте сейчас. Хотел еще компресс, да ладно, уже не буду выделываться. Давайте уже сразу следующий буду наносить. Промежуточный вариант, просто... Ну, конечно, ни в чем не надо перегибать. Дмитрий наслушался, там кайфуй, ну вот кайфуешь. Нет, я этой тряпицей хотел влаги добавить. Будь это в обычных условиях, просто взял бы в руку ладошки, набрал бы и нанес. Ну, скоро так и будет. Я вот сюда, вот в этот стол раковину впилю, вот здесь вот где-то вот в этом месте. И все у нас будет рядышком, и все у нас будет хорошо. Так, самое время водички добавить. Запах у мыла очень хороший, мне очень понравился. Такие, знаете, приятно мыльно-пузырные ассоциации вызывает. Ну давай, мой хороший. Покажи на второй проход, чего могёшь. Натягивать ставил, и автоматом выскочила фраза Дмитрича: натягивай всегда с обушка. Ну, то есть понимаете, да? То есть вот с обушка — это значит с тыльной стороны бритвы. Вот бритва туда идет, а натягиваешь — значит с этой стороны.
бархат. Как есть бархат. Ну, ребят, я понимаю настроение в обществе. А, китайцы, какое там мыло, дарам-дарам, там, разве они умеют, разве они могут? Ну, поэтому я так, знаете, сейчас пока говорить ничего не буду. Давайте до конца побреемся, а потом уже по совокупности фактов и посмотрим. Ой. Да, блин, чтоб я так жил. Ну вот, два прохода. Ой, мыло, мыло. Два прохода есть. И водички так сейчас еще вот так вот, чтобы хорошо было. Ну что ты будешь делать, прям смотри, как вкусно-то, а? Ребята, запах не чрезмерный, запах вот прям как претензионный материал какой-то, прям уже. Присоску вот так вот, ручка с подставкой, и прям шкуркает. Так, еще маленько согреем. Давай, поехали. Так, руку еще раз накамешкую. Вот это у меня не совсем против. У меня вот так вот растет, вот так против. А вот здесь вот так вот маленечко еще есть. Слышите, да? Так, а теперь мыло проверю. Не буду добавлять никакой воды, ничего. Ой, там, никакой пены, ничего. И вот здесь вот. Надо бривки попробую так проскочить. Вот посмотрим, что там с подскольжением-то. Так. Мои любимые. Самые-самые. Удивление хорошо. Вуаля. Все. Хотел китайскую народную запить, но не буду. Я ее не знаю. Все, ребята, компрессор автошейф. Хорошо, хорошо. Дважды, трижды, пятирежды хорошо. Потому что сейчас осень. Потому что сегодня, когда утром вышел на балкон воробьям, синичкам,
иволгам, кто там у нас еще водится, белкам семечек насыпать. Первый раз за всю осень запахло морозом. Ну, плюс 4 сейчас где-то так, я это обожаю прям. Раньше любил лето, а сейчас люблю осень. Осень и весна очень-очень. Такой, знаете, осенью духан такой, ну и настроение такое, ух! Ну и плюс еще такое бритье, сами понимаете, да? Это как по маятнику. То я вас три подряд раза балую видосами, где-то кровище в разные стороны брызжет, прям брызжет. И чем? Самым мягким. Самым мягким SE, Single Aging. Вот последнее бритье, помните, да? Умудрился. Не-не-не, ребят, вы это... Ну, то, что Харри разглаз дал, это моя ошибка, это не бритва. Я уже, в принципе, работу над ошибками провел, я уже, в принципе, понял, что там не так. Я уже, в принципе, там уже знаю, что как поправить. Ну, сами посудите. Вот у Тышки, а что ты, блин, все время? Вот это вот недостаток, я считаю. У Тышки, посмотрите, у нее же крыша-то вон какая. Ну-ка, все работает, все совпадает. Папа, мама, все на месте. А когда ты то же самое пытаешься делать single agent, у него-то такой крышки нет, у него просто плоскость. И ты уже плоскость и пытаешься себе вот это сделать, да? То есть технику от Тышки тащишь на сингл-эйдж, а потом еще удивляешься, что у тебя тут весь нос разрезанный. Даже бритва себе такого не позволяет, потому что если вы возьмете самую широкую, из них опасную, 8 восьмых, то это будет всего лишь 24, мать его, миллиметра. А здесь 25 ширина головы. Сродни, да. Но там-то сингл-эйдж, там не 24 миллиметра, там та лопата. И эта лопата, так не сделаешь. Так ум-то нужен, чтобы это понимать. Ну, у кого он есть, тому повезло. Но вот видите, а у меня тут иногда бывает, как до утки на седьмые сутки. Так что все нормально, все хорошо. Так вот, о хорошем настроении. Осень, свежий воздух, воскресенье, тучки. Я люблю тучки, особенно когда тучки и ветер такой, что с ног сшибает. У меня же крылья расправить, как думал куда-нибудь. Так что у нас все есть, всю ночь бушевало. Ну и плюс хорошее бритье. А чем же оно хорошее-то? Давайте, наверное, сейчас точку с автошейвом поставим. Вот с этим вот красивым. Ну и посмотрим, чем оно завершится. Много лить не будем. Так, ну до завтра смотрите какой, да? О, и хрен бы там. Не отдам, говорит, а вот так. Вот так, скупо, но начнет уже брызгать. Нормально, вот так хорошо. А, блин. Ребята, я всю технологию поломал. Итальянцы-то что советуют? Короче, перед тем, как нанести лосьон, надо слегка постучать, потом нанести, а потом еще раз постучать. Ну вот мода у них такая в этом году. Не верите? Но на сайте написано. Я вам покажу скриншот, почитаю это. Ребята, запах шикарный. Красный чили не имеет никакого ровным счетом отношения совсем, потому что запахи разные. Ну, я вам честно признаюсь, вот запах этого лосьона мне больше нравится, чем запах челы. Потому что вот этот вот... Ребят, на запах челы не буду, потому что это все имхово. Я просто скажу, как я его воспринимаю. Он у меня витаминизированный шери-черешневый какой-то. Вот будь он амаретто, я бы его любил и обожал, я бы его даже грыз по ночам из-под подушки вытаскивая. Но там нет для меня амаретто, там что-то там, знаете, вот приторное что-то такое, чуть химозное, не сказал, прости меня, Господи. Хотя, может, я недалеко от истины бы ушел. Ну вот, ну не мое. Я из той половины, которая этот запах не любит. И ни в коем случае не хочу обидеть ту половину, которая от этого запаха тащится, как уж по стекловате. Потому что, ну люди любят, реально любят, им нравится. Никаким хорошим качеством чела это отношение, я промыл, отношения не имеет, потому что оно как мыло-то хорошее. А вот здесь, други мои, тут все совсем по-другому. Здесь другой запах, совершенно другой, не от мыла. Возможно, кого-то это расстроит, но я бы сказал, что это очень даже обрадует ту половину, которой запах мыла чела не нравится. Здесь другое, здесь просто обалдеть. К тому обалдеть, что я вам только что рассказал, добавьте еще то обалдеть, что здесь с уходами все в порядке, плюс дольше минуты вам ждать не придется. Высыхает вот так, раз, и все. Ну сколько мы с вами тут разговаривали? Минуты, полторы-две, все сухо. Сухот, шагрей, бархат. Ой, как интересно. Прям хорошо. Ой, хорошо.
Так, ладно, очухались, все, очнулись. Помазок. Вы знаете, по большому счету я бы его не стал сравнивать ни с кем. Ни с китайцами, ни с англичанами, ни с американцами, там еще ни с кем-то. Потому что он сам по себе. Сам по себе. Это самодостаточное изделие. Да, любители синтетики, возможно, как-то там нашли бы какие-то там отголоски того, отголоски этого, там смогли бы сравнить, допустим, там, с теми же яками или с той же мюлей, как я вот на обзоре делал, да. Но это не мюля, это не синтетика мюля, это своя собственная. Я не знаю, где они ее берут. То ли они ее сами там по ночам плетут, там у них там 100-500 девственниц этих немецких уже нет, да, 100-500 арабских девственниц сидят в подвалах и синтетику вот эту в коконах высиживают. То ли они все это покупают в Китае, я фиг его знает, не могу сказать. Но узел хороший, но узел не расхожий. Если говорить за стандартного яка, он плотнее. Да, ребята, плотнее. Ну и по видосику. Ну вот по своему опыту скажу, вот с такой окраской узел на каждом повороте валяться не будет. Для того, чтобы вам получить такой узел, во-первых, надо найти компанию, которая их делает, а во-вторых, взять немало, не сотню, и не две сотни, и не 500. Так что понимаете, да? Где-то что-то они как-то там заморочились. Ручка, мой любимый размерчик, расцветка, ну, Александр, видать, под себя подбирал, ну, шикарно, да? Такое, знаете, что-то такое, прям грозовое небо, прям, там, вот что-то такое, прям, по кайфу, как даст сейчас. Хорошая штука, обалденно, 46 евро стоит ли? Ну, Шеймега вообще это самое недорогое. У Шеймаков там, это люксовая компания, они все делают из ряда вон. То есть, если вы пришли туда, готовьте, что за помаз, ну, если это натурал, ну, меньше чем 80-90 евро, вы фиг отдадите. Возможно, за 60 что-то сумеете насобирать, но вряд ли. Скорее всего, это будет что-то такое с маленьким узлом и что-нибудь еще. Ну, а если захотите роскошный собирать, то у вас там, по-моему, границ нет. Только ваша фантазия. Там хоть за 200, хоть за 300 евро насобираете легко, запросто, не напрягаясь. Поэтому 46 евро для Шеймака, да, я считаю, это ни о чем. Это вообще даром, по их меркам. По нашим, за 46 евро, ну не такого класса. Не такого класса, конечно, дешевле. То есть это однозначно зачетное изделие в моих глазах. И я думаю, что Александр нифига не прогадал, взяв вот этот помазок. Помазок хороший, хороший. С мюлей не сравнивать, повторю, мюля это другое. Так, бритва. Вот, сори, я тут не понял, что за фигня с телефоном, с фотоаппаратом произошла, но сейчас будем разбираться. К чему у меня действительно есть вопросы, это к тому, что мыло быстро сохнет. Быстро сохнет. Не так быстро, как вот, знаете, чтобы прям пальцем ткнуть, о, быстро высохло. Но хотелось бы, чтобы подольше. То есть любит влагу. То есть водички ему нужно будет добавлять хорошо. А вот из этого уже проистекает и поскольжение. Да, на лице мыло более чем. Да, его достаточно. Особенно, когда вы смочите, вернете ему влагу, которой ему не хватило. Там вообще всего навалом. Но все-таки вот влагу пьет. То есть надо попробовать все-таки водички побольше. Ну а во всем остальном, тут будет зависеть от людей. Да, как обычно. Обязательно найдутся люди, которые ты говнище, а ту не умеют. Найдутся, ребята, стопудово найдутся. Ну и найдутся те люди, которым оно понравится. Но тут, с другой стороны, от яка все будет зависеть. Если они более-менее адекватный, нормальный ценник за него поставят, то да, мыло не пойдет, а полетит. Ну а если они что-нибудь там борзанут, как влупят там что-нибудь, там, я не знаю, сколько тут, 150 грамм банка, ну вот не дороже 15, а лучше еще дешевле. Потому что 150 грамм за не дороже 15, как бы с Европы предложение нехилое. Ну там и по запаховым, и по качеству, но там у него конкурентов будет навалом. А вот если они поставили бы подешевле, вот тут бы да, тут бы все и посыпалось. Но как они поступят, я хз. Так что тут остается просто ждать. Вот такое вот мое мнение. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. А я тут продолжу потихонечку обустраиваться. На следующей неделе Бог даст раковину сюда пиндюрю. Ну как будет на самом деле, посмотрим. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал.